Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Каратаев Игорь, проект JKMart. Хочу поделиться с вами очень интересной и нужной программкой, да, с помощью которой вы можете делать скриншот. Программка называется CropMe. CropMe. Вот она. Вот так вот выглядит сайт официальный, где вы можете познакомиться, да, с ней подробнее. Устанавливается на Linux, Windows, Mac. В данном случае я работаю на Windows, и у меня она стоит на Windows, соответственно. Самое удобное и быстрое решение для размещения снимков с экрана. То есть, действительно, да, вы сделали снимок, выделили нужную вам область. Давайте вот рассмотрим, например, что. Сейчас выберу вот, например, вот эту штуку. Так, выбираем программку, которая у меня уже установлена. Выделяем нужную область, и программа автоматически сделала ссылку нам. Да, вот она ссылка, которую вы можете копировать и отправлять своим знакомым, либо как-то, ну, в общем, что еще можно с этим делать? С этим можно дальше. Мы можем это редактировать. То есть мы можем выбирать кисти, да? Мы можем писать текст. Мы можем это все убирать, редактировать. Мы можем менять цвет. То, что нам нужно, да, вот, соответственно. И когда мы все, что нам нужно, сделали, нажимаем «Готово». Вот настолько простая программа. Несколько секунд подождали. Все, она отрендерилась. Сохранилась. Мы эту ссылку берем, копируем и отправляем, например, другу, да, либо тому, с кем вы хотите поделиться то, что вам понравилось. Ну, я так работаю, отправляю клиенту скриншоты тех товаров, например, да, подходит, не подходит, то есть, где я прописываю все четко, как, что должно быть, то есть либо понравившиеся мне вещи, товары, то есть, ну, все, что мне понравилось, я вот так вот копирую и отправляю. Ну, есть у меня еще одна программка, да, о которой я вам расскажу в следующем своем выпуске. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, делитесь своими мнениями на этот счет, ставьте лайки.